зрителей. Это правильно. Дело в том, что в адрес нашей программы пришло письмо весьма критического содержания. Посмотрела вашу оперу «Евгений Онегин». Речь идет о прошлом выпуске передачи. Вся эта ваша музыка сплошной нафталин. Сейчас никто уже так не говорит и не поет. С этим нельзя не согласиться. Наверное, это все потому, что сами-то вы воспитывались в застольные годы. Увы. Когда все нормальное было запрещено. Нормальное. А детей насильно водили в филармонию. Бедные дети. Прошли ваши времена, господа. Бедные мы. Но я думаю, Алексей, что на это обижаться не стоит. Ведь зритель, как и покупатель, всегда правы. Существует такое неписанное правило. А зритель сегодня очень изменился. Изменились его вкусы, и этого нельзя не учитывать. Пришли новые русские с их деньгами. С нашими деньгами. С нашими деньгами тоже. И на эти деньги они заказали новую музыку, под которую пляшет сегодня вся страна. И с этим нельзя не считаться. И многие наши коллеги на Ниве просветительства уже это поняли. Вот в руках у меня свеженькое издание, все произведения школьной программы в кратком изложении. То есть в эту книжечку вошла вся русская литература. Как-то вся. А «Война и мир»? И «Война и мир», и весь Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Пушкин, Чехов. То есть все то, что нужно сдавать на экзаменах и что не обязательно теперь читать. Ну, может, это и правильно. Конечно, правильно. Когда занимаешься деланием денег, некогда читать. Да и разучиться можно. Сегодня нужно не читать, а считать. Я считаю, что нужно продолжить. Это, может, не благородное, но такое нужное дело по адаптации классики для широкого зрителя. Ну, а что конкретно ты предлагаешь? Я предлагаю убить, как говорится, сразу двух зайцев. Каких зайцев? Пушкина и Чайковского. Отлично. Итак, впервые на ваших телеэкранах премьера. Поп-опера «Женька Онегин». Ла-ла-лей, ах, судьба моя солома, хоп, эй, ла-ла-лей, ох, не зря под юбкой зуд, хоп, эй, ла-ла-лей, из родительского дома, хоп, эй, ла-ла-лей, дом родильный увезут. Узелок завяжется, узелок развяжется, кто с ребенком замуж взять, девушку отважится. К вам сосед Володя Ленский, симпатичен и неистов, он билет имеет членский от союза журналистов. Он явился не один, с ним какой-то господин. Со мной Онегин, мой дружок, полнее будет наш кружок. Евгений. Таня. Женя. Оля. Я предлагаю алкоголя по 10 капель для начала. Бери и не мочи мочало, лимон за ящик не цена. Ах так, тогда пошел ты на. Лечить козла тяжелый труд. Лечить козла тяжелый труд. Как он крут, как он крут, мама мия, как он крут, как он крут. Лечить козла тяжелый труд. Я уважать себя заставлю. Я вам не дядя с проходной. Нет, я так, братцы, не оставлю. Давайте вмажем по одной. Что со мной, что со мной, что со мной, я вся горю. Что со мной, что со мной, пойду слегка перекурю. Что со мной, что со мной, что со мной, я вся горю. Что со мной, пойду слегка перекурю. А мне тут опер обещал,
мол, поваляешься на нарах. Но я пока не обнищал, пока могу и на Канарах. Как он крут, 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 Мадонна Мия, как он крут, 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 Мадонна Мия, как он крут. Речка моя. Я твой мостик. Репка моя. Я твой хвостик. Чайка моя. Я твой бортик. Гайка моя. Я твой балтик. Речка моя. Я твой мостик. Репка моя. Я твой хвостик. Чайка моя. Я твой бортик. Гайка моя. Я твой балтик. Татьяна, ты чего не спишь? Ах, мама, я как в лихорадке. Прими упсы, ты вся горишь, да знаешь, поменяй прокладки. Ах, мама, не лечи меня, я не больна, а влюблена. Уж не в соседского ли Женьку мне подарил такую феньку. Наверное, где-нибудь украл. Иди смотри свой сериал. Мой долг тебя предупредить, от них недолго и родить. Чего же более? И так скажу об этом вкратце. Я как рябина в чистом поле, что хочет к дубу перебраться. Вообрази, я здесь одна, никто уж больше мне не люб. Хочу быть выпита до дна одним тобою, о мой дуб. Жизнь без тебя тоска и мрак, давай вступать в законный брак. Факс, что будет тут, он хочет обсудить детали. Мои гормоны ласки ждут, скорей бы что ли расписали. Привет! Привет! Знакомьтесь, Макс! Привет! Привет. Татьяна! Макс! Мои супермускулы из стали! Я получил вчера ваш факс, я получил вчера ваш факс, что от меня вы заторчали. Скажу вам прямо, я готов, скажу вам прямо, я готов перепихнуться где угодно. Но я не дожил до годов, но я не дожил до годов, когда жениться нынче модно. Еще свое не отгулял. Меня вы, Таня, извините. Вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Вас референткой я бы взял и ублажал бы, как хотите. Устроит вас подобный факт. Я с вами подпишу контракт. За прямоту спасибо, Женя, она открыла мне глаза.
Но не по мне такая феня, по гороскопу я коза. Я референткой вам не буду, я не какая-нибудь там. Обиду вам я не забуду и унижать тебя не дам. Подстилкой никому не буду, тебя до свадьбы не отдам. Соплячка строит из себя, а посмотреть одни лопатки. Она старик не для тебя, мы будем с ней в одной кроватке. Плясала 300 стулей. Гоп-стоп, Аня плясала только рэп. Будем делать, строить глазки или сольемся в бурной пляске. А если я не захочу, тогда насильно захвачу. Зачем он Ольгу утащил, к чему мозги ей закрутил? Товарищ ваш большой нахал, вчера в саду меня достал. Какие формы, я в отпаде, любуюсь спереди и сзади. Володь Каленский не дурак, раз он с тобой вступает в брак. Любуйся ты моей сестрой и с нею гнездышко построй. Я вам вдвоем с твоей сестрою семейку шведскую устрою. Но Женька гад. Моя сестра до невозможности шустра. Но паразит, но он дает. От вас Ольгу уведет. Пойду-ка им испорчу бал. Смотрите, рядом с ним амбал. Меня не так легко убрать. Но вы один, а там и храть. И все же им испорчу бал. Учтите, рядом с ним амбал. И наплевать, ох, как я сол. Ты, Женька, сволочь и козел. Трогать я шлаба, сам научу, как надо бить. Будь ровно полночь у столба, а сейчас давайте водку пить. Куда, куда, куда вы удалились? Куда, куда все пьянства вот ушли? Куда, куда надежды загодились? Покой сон, покой сон. И радость унесли. Куда вы удалились? Куда? Все пьянство вот ушли. Куда? Куда вы удалились? Куда? Все пьянство вот ушли. Куда? Куда вы удалились? Куда? Куда вы удалились? Куда? И радость унесли. Что в овец, давай мириться. Сначала надо извиниться. Мне извиняться пред тобой. Да кто ты, собственно, такой? Я журналист, а ты козел. Не надо, Вова, буду зол. Зачем такие имена? Вернем былые времена. Я не сержусь, давай мириться. И все же надо извиниться. Мне извиняться пред тобой. Да кто ты, собственно, такой? Я журналист, а ты козел! Не надо, Вова, буду зол. Зачем такие имена? Иди ты в жопу! Пошел ты на! Ах ты, гаденыш, Ленский фраер лох! Забейте насмерть гниду, чтоб он сдох! Забейте насмерть гниду, чтоб он сдох! Забейте...
забейте насмерть. Гниду, чтоб он сдох! Прощай, наш мальчик, прощай, чудак. Сыграл ты в ящик за просто так. Прощайте, люди, прощай, мой край. Лечу на блюде, я к Богу рад. Прощай, наш членский, лети ты в рай. Билет свой членский не забывай. Убрав приятеля от скуки и сделав прошлому пардон, я капитально ноги в руки и моментально за кордон. Позагорал, подтянулся, немного в бизнесе крутнулся и вдруг почувствовал ребром сверхностальгический синдром. И вот я здесь, как черт с луны, и попадаю очень быстро на день рождения жены. Приятеля помзамминистра. Какое чудо, русская столица! Веселые настали времена. Тебе теперь нельзя не удивиться. Москва, меня пьянишь ты без вина. Живем в Москве сплошной бомон. Бросай пьемонт или вермонт и двигай в русскую Москву, чтоб дать свободу естеству. Сперва туши, потом банкет, тусов, сауна, балет, ночное шоу и отдельный кабинет. Женька, как я рад! А, генерал, здорово, брат! 100 зим, 100 лет, где был, откуда? В Монако, впечатлений груда. Затем с боями взял Майами, там занимался я паями. Совместной фирмы «Русский лес», а ты в хомут семейный влез. Женился, брат. Небось, по пьяни, на ком? На Ларине. Татьяне. Вот говорят, что бабы зло, а мне везло. А мне, ты знаешь, повезло. Красотка, все у ней в порядке. В делах настырно, а в кроватке такие знает чудеса, что просто дыбом волоса. Я с нею скинул 100 годов, и как юнец всегда готов. Так познакомь. Знакомься, тата, мой друг Онегин. Вы что-то? Ну да, порхаю, словно стриж. А я люблю Париж. Неужели та самая Татьяна, которой я когда-то рьяно навешал на уши лапшу? Вот это класс, едва дышу. Прикид от самого Версаче, а это вроде бы кусаче. А сколько брякает на ней цветных металлов и камней. Я это дело не оставлю и ублажать себя заставлю. А если я чего хочу, то все сомнения мочу.
ветки. Хозяйка, принесли цветы. Алло? Алло, Татьяна, ты? Звонит Онегин, я здесь рядом. Ты халуям своим вели, чтобы в койку провели. Онегин рядом оказался, придет так сразу пропусти. Да рядом будь, чтоб не вязался, а то потом не отскрести. Дай пропусти. Ах, вот ты где! Коньки пристроил к бороде. А худо ли, живи не кашей, и харчи торч, и куча башлей. Разъелись на халяву твари, а где хозяйка? В бодуаре. Привет, наводишь марафет. Сегодня снова на банкет. А ты смотрю, меня забыла. Да помнить нечего, что было, то были поросло само. Но есть заветное, письмо. Твой муженек его увидит и как-нибудь тебя обидит. Ох, испугалась. Я шучу. Малышка, я тебя хочу. И нынче жду к себе на ужин. К тебе? А нафиг? К тебе? А нафиг ты мне нужен? Послушай, детка, не хами, крутую душу не томи. Доверься мудрому совету и уступи авторитету. А то ведь заведу возню, да ненароком и казню. Казнишь меня, какая жалость, я, Женька, снова испужалась. Дурилка, балабол пустой. Вообрази, что мой любовник по-настоящему крутой, а не какой-то уголовник, шеф казино и ресторанов. А как зовут его? Богданов. Богданов, ё-моё, я пас. Разинул пасть, а вышел полный выкус. Как говорил знакомый козлопас, пишите письма, поливайте фикус. Макс, джентльмена, проводи наружу. Шаруй, а то секрецию наружу. Бери, пока тебе дают, живи, покуда не убьют. Грызи, храни, трезвя в рой. Позор на скалу, жребий мой! Бери, пока тебе дают, живи, покуда не убьют. Грызи, храни, трезвя в рой. Позор на скалу, жребий мой! Бери, пока тебе дают, живи, покуда не убьют. Грызи, храни, трезвя в рой. Позор, жалкий жребий мой!